Всем привет! С вами Настя, и вы на моем канале. Скоро 2022 год, и пора уже смотреть, какие салаты мы приготовим на праздничный стол. Предлагаю вашему вниманию салат «Тигр» – символ следующего года. Предварительно надо отварить картошку и морковку в мундире. Картошку трем на мелкой терке. Нарезаем кубиками где-то 150 грамм докторской колбасы. Один крупный огурец нарезаем кубиками. Яйца трем на мелкой терке, всего я их отварила три. Белок одного яйца я оставила на украшение. Морковь натираем на мелкой терке. Выкладываем салат на плоское блюдо, придаем форму мордочки тигра. Первый слой у нас картофельный, если хотите, вы можете его подсолить. Делаем майонезную сеточку. Выкладываем колбаску. Промазываем майонезной сеточкой. Далее выкладываем свежий огурец. Все так же делаем майонезную сеточку. Поверх майонеза выкладываем натертое яйцо. Лишние крошки с блюда можно убрать, чтобы салат выглядел праздничней и нарядней. Последний слой у нас морковный. Аккуратно разравниваем по мордочке нашего тигренка. Ну и чтобы наш тигренок совсем был похож на тигренка, начинаем украшать его. Из белков я вырезала глазницы. Щечки выкладываю белком, натертым на крупной терке. Ушки, носик, глазки выкладываю из маслин. Делаю майонезные полоски, чтобы прилепить на них маслины. Теперь тигриные полосочки как надо. Из остатков маслин делаю реснички, а язычок сделала из колбасы. Вот такой вот красивый праздничный новогодний салат получился. Вот такой вот симпатичный салатик получился. Прям просто красота. Изюминка стола. Можно сказать, как оливье. То есть огурчики вместо свежих, если хотите, можно использовать соленые. Так что такой салатик точно украсит стол. В принципе, не только новогодний, можно и на день рождения такой салатик сделать. В общем, всем, кому понравился этот видеорецепт, обязательно ставьте лайк. А если хотите больше новых видеорецептов, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч и увидимся очень скоро. Пока-пока!